Чтоб не пьянчу был. Не наркоман. Как прошел концерт? Ну, судя по зрителям, блестящий. 14 тысяч почти проданных билетов. Это хороший такой показатель. По себе бы я поставил 4 по 5-бальной шкале. Это, наверное, такой твердый. Достаточно длинный был концерт, больше 3 часов. Я как бы мало что видел пока. Но я проснулся. Я надеюсь, у нас это тоже будут показывать и транслировать. Смотрю, наверняка есть талантливые ребята. Я в этом смысле доверяю вкусу Константина, потому что он не может выбирать плохих людей. Наверняка они все. Да, работал папа. Вот и лица. Тут сложного ничего нет, в общем-то, в этом. Тем более, что я его, в общем-то, не ем. Стыдно смотреть людям в глаза. Не знаю, я люблю очки, у меня большая коллекция. Около 200. Пока. Ну что ты ей рассказываешь? Ее видеть надо, как бы так ее не опишешь. У меня есть масса предметов, в том числе и подписные иконы, то есть мастера, которые писали, не подписывали. Выдающиеся из произведений, и менее слабые произведения, но они мне все дороги, как бы. Я их собираю не так давно, но очень быстро. Как бы сказать, я не думаю, что это является основным критерием моего жилья. Как бы. Ну, в общем-то, я в целом так получал. Всегда из окна виден либо купол храма, либо крест. А не лорок. Я вообще не разделяю государство. Поэтому как бы я не делю. Тем более Украину, Россию. Мне как бы зачем? Ну, неправильно поставлен вопрос. Ну, во-первых, дуэты как бы приносят композиторы, я их слушаю, если они интересны для меня, естественно, я их буду петь. В той или иной степени некоторые удачные дуэты, некоторые не очень удачные. У меня их как бы достаточно много, просто 3-4 наиболее раскрученные. Некоторые мне очень нравятся, как получились, некоторые совсем не нравятся. Некоторые я даже бы, наверное, на сегодняшний день бы и не пел. Филин Александров, Царьград. Я собираюсь как бы этим заняться, я просто, наверное, пока не готов. И морально к этому нужно как бы прийти, и побольше нужно знать. Я знаю ребят, которые этим занимаются давным-давно, это достаточно кропотливый труд, очень кропотливый. Нет, ну, такие мысли, как бы, они всегда есть. Просто пока есть силы и возможности, я делаю свою работу. Да, возможности и силы иссякнут, я надеюсь, что это будет попозже. Да, естественно, я уже сейчас готавливаю почву к этому. Тот же продюсерский центр, который я собираюсь открывать. Может быть, через год, может быть, через пару лет. Ну, открою. Все, что я делал в своей жизни, это было угодно Богу. Все, что я буду в ней делать, это тоже будет угодно Богу. Поэтому ничего менять я не собираюсь. Может быть, какие-то отдельные моменты и глупости, которые я совершил. Может быть, да. Может быть, и нет, как бы. Я вот, например, не смогу петь. Не смогу спеть ни одной оперной арии. Это невозможно для меня. Также, наверное, в оперном песу будет сложновато. Достаточно доступно пропеть мурку. Потому что для академиста хрипота, хрипотца в голосе – это уже профнепригодность. Ну, Мерседес, неправда. Были когда-то такие машины, теперь у меня другие приоритеты, другие вкусы. И Мамоту, да, очень люблю. Этот дизайн. Класс. Мамоту, да, полно. Я почти весь Мамоту. Ну, до головы. Но Америку-то не очень люблю.
Играю, на уровне любителя. Естественно, для любителя, наверное, я играю неплохо, для профессионала никак. Битлз я не то, чтобы ненавижу, но мне просто, некоторые произведения нравятся, некоторые нет. Я считаю, что были музыканты, которые намного интереснее создавали.